Всем приветик, разговорные сторисы возвращаются. Помните, я предложила вам выбрать одну из сфер моей деятельности, и тогда я расскажу вам какую-нибудь интересную историю. Педагог, модель, актер и ведущая. Большинство голосов выбрали модель. В первый раз в школу модели я пришла в 2004 году, и за этот период историй было много. Я думала, какую бы интересную рассказать. Мне бы хотелось не просто рассказать, а показать. Поэтому я решила отталкиваться от материала какого-то архивного, такого прикольного, эксклюзивного. И хочу рассказать историю про то, как я участвовала в конкурсе красоты. Это был 2005 год, и я приняла решение, что хочу принять участие в конкурсе «Мисс Камчатка», и начала ждать объявления кастинга. Как только я услышала тогда еще по радио, Инстаграма нет, ничего нет, даже ВК нет, я услышала объявление о наборе участниц по радио. Заполнила анкету, фотографии, все на месте, ничего не проходило тогда онлайн. Первое собеседование, оно было вот так. Даже не все заявки приглашались на кастинг. Настолько было много участников. Каково было мое удивление, что именно в этом году, в 2005-м, проходило целых два конкурса «Мисс Камчатка» 2005. Проводили их одно модельное агентство, которое уже несколько лет занималось организацией этого конкурса. И второе модельное агентство, в котором когда-то обучалась я, окончила школу моделей. Вы не поверите, я заполнила анкеты в обоих модельных агентствах. И в обоих прошла кастинг. Осталось только выбрать, куда идти. Потому что, вы понимаете, я же не могу сразу готовиться к двум конкурсам и в двух конкурсах принимать участие. Это был очень сложный выбор для меня. И модельное агентство, которое проводило конкурс уже неоднократно, там отобрали только 10 участниц. И каждая из них получала номинацию. То есть без ленты никто не уходил. И три, соответственно, получали две ленты. Они еще в первое, второе, третье место. Модельное агентство, в котором я когда-то обучалась, отобрали 23 участницы. И лента доставалась не каждой, только 7 номинаций и 3 победительницы. И так скажем, участие было посложнее. То есть посложнее было. Как вы думаете, какое же выбрала я? Конечно, мы не ищем легких путей. Я отдала предпочтение модельному агентству «Пятый элемент», где было 23 участницы, только 7 номинаций, и в котором я когда-то окончила школу моделей. Как думаете, какую номинацию получила я? Какие варианты? Я стала мисс артистичность Камчатки 2005. Неудивительно. Та-дам! И, конечно, я не пожалела, потому что с этим модельным агентством у меня было связано очень много событий, историй. Это часть моей жизни, это вообще какая-то часть меня. Я даже являлась руководителем филиала школы модели «Пятый элемент» в своем городе. В общем-то, мы до сих пор дружим, любим друг друга и не забываем. Вот они, эксклюзивные кадры с того самого конкурса. Качество, конечно, понимаете, да, кассету оцифровали, прошло 150 тысяч лет. Смотрите, наслаждайтесь. Я специально сделала подборочку со своим участием. Зачитана Анастасия, 17 лет. Многие с этим согласны. Или создан мужчиной. Вручает генеральный директор продюсерского центра. Значит, что мы хотели вручить мисс артистичность? Конечно же.